Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу предложить вам мастер-класс, который называется «Голубь мира». Голубь – птица мирная, красивая, добрая, верная. Голубь находится с людьми всегда рядом. Каждый день мы наблюдаем этих прекрасных птиц. И нет, пожалуй, ребенка, который, едва научившись ходить, не кормил бы голубей семечками во дворе и не гонялся бы за ними по дорожкам парка. Белого голубя называют символом счастья, надежды, а самое главное – символом мира на всей планете. Окончательно данный титул закрепился за этой птицей после окончания Второй мировой войны. Пабло Пикассо нарисовал белого голубя с оливковой ветвью в клюве, и он стал эмблемой на Всемирном конгрессе сторонников мира в 1949 году. Ты – символ мира и добра, мой голубь. Белый, вольный, напомни людям, что пора уже закончить войны. Взлети ты выше облаков, пусть нас услышит каждый. Лишь мир важнее всех основ, все без него не важно. Приближается праздник День Победы, 75-я годовщина. Над обелиском голуби летят, особенно их много в День Победы. Как будто души неизвестных нам солдат хотят нам дать на наш вопрос ответы. Я предлагаю мастер-класс по изготовлению этой прекрасной птицы. Что она в себе несет? Голубь – вестник мира, добра, чистоты, красоты. Все люди на земле хотят жить в мире без войны. Пусть наши белые голуби олицетворяют послание всем людям земли жить в мире, дружбе и взаимопонимании. А также пусть он украшает наш дом и хранит в нем мир, а это самое главное и хрупкое, что следует беречь и защищать. Вот такие красивые голуби, сделанные своими руками, должны у нас получиться. Вот эта поделка для самых маленьких, а вот эта поделка для ребят, которые постарше. Мы надеемся, что наш мастер-класс будет полезен для детей и взрослых. Чтобы сделать вот такого голубя, нам потребуется белый лист бумаги. Сгибаем лист пополам. Кладем сгибом к себе. На листе обводим ладошку. Вырезаем. Переворачиваем обводкой внутрь, делаем небольшой надрез вставляем. И склеиваем нашу ладошку. Рисуем глаз.
привязываем георгиевскую ленточку. И у нас получился голубь мира. А вот этого голубя мы сделаем в технике оригами. Для этого нам понадобится тоже белый лист бумаги. Но он должен быть квадратным. Поэтому мы его сгибаем. Лишнее отрезаем. Получился квадрат. Складываем квадрат по диагонали. У нас получается треугольник. Этот треугольник мы должны сложить пополам. Самое важное, нужно совмещать углы и проглаживать все линии тщательно. У нас получился опять вот такой треугольник. Теперь каждый уголок с одной стороны мы совмещаем с углом другой стороны. Проглаживаем все линии тщательно. Переворачиваем и делаем то же самое с другой стороны. Совмещаем и проглаживаем. У нас получился опять треугольник, только немного поменьше. Кладем ему его углом вверх и сгибаем в противоположной стороне, как следует, с вами проглаживаем все линии. То же самое делаем с другой стороны. Получилась вот такая заготовка. Далее берем одну сторону, оттягиваем, и вот этот сгиб отпускаем вниз. Это будут наши крылышки. То же самое делаем с другой стороны. Далее мы загибаем наши крылышки вверх, переворачиваем, также вверх, и у нас получается вот такая фигура. Переворачиваем, загибаем вниз, хорошенько проглаживаем наши с вами сгибы, опускаем сгиб вниз, это у нас будет голова. Далее берем вот этот угол и поворачиваем его к линии, хорошенько проглаживаем сгиб, разворачиваем и расплющиваем. И у нас получается хвост.
голубя. Вот у нас получилась такая фигурка. Рисуем наши птички глаза. Также можно ее одеть на шпажку. Закрепить степлером. И украсить наш дом вот этими прекрасными птицами. Мы хотим, чтобы в этом мире больше не было войны, чтобы люди жизнь любили, как весенние цветы, чтобы больше на планете было белых голубей, потому что эти птицы так похожи на детей. Пусть они себе воркуют нам о мире на земле, небо синее целуют и кружатся в вышине.